Всем пламенный привет, дорогие друзья, с вами Дила Рензи. Под прошлой частью видео, где мы делали обзор на Noob RP сервер, вы собрали не 25, а целых 30 тысяч лайков буквально за пару дней. Как? Мне остается вам лишь только похлопать, потому что вы нереально крутые. Что могу сказать? Вы справились со своей задачей. Теперь пришло мое время выкладывать вторую и третью часть в одном видео. Два сервера, которые вы увидите в сегодняшнем видео, вас повернут немножечко в шок, развеселят, а в некоторых моментах настолько сильно кринжанут, что вы просто встанете со стула и уйдете гулять на улицу, а возможно сядете на самолет и улетите в другую страну. Если вы хотите, чтобы эта рубрика продолжалась, давайте попробуем побить наш рекорд и попробуем поставить 40 тысяч лайков. Друзья, я, конечно, очень сильно сомневаюсь, но в своих подписчиках нельзя сомневаться. Я знаю, вы лучше, и поэтому хорошо с этим справитесь. Так что ты, прямо сейчас спускайся ниже, ставь лайк, собираем лайки, выходит новое видео. Мне лишь остается пожелать вам приятного просмотра. Обязательно покупайте мой прекрасный мерч на сайте vesrep.ru по ссылке в описании. Да, он действительно очень крутой. Ну а мы начинаем. Окей, первый сервер, как и предполагалось, не обвенчался у нас каким-либо успехом, каким-то классным геймплеем. Мы переходим ко второму проекту, вот я здесь выделил для себя сервер, и он называется Melody RP Bass. Бас! Знаете ли, у нас какие-то реально какие-то молодежные сервера получаются, окей. Попытаемся сюда зайти. Итак, мы попали на поле регистрации. Кстати, смотрите, неплохой и достаточно логотип, достаточно такой стильненький. Я таких, возможно, и не встречал никогда на территории самповского индустриального сообщества. Отлично! У нас будет мужской пол, блин. А, и скин мне не пришлось выбирать. Меня уже радует, что мы не появились на том самом месте, где я появлялся все время на самп-РП. Мы появились хотя бы на какой-то станции. Окей, и где здесь какие-либо машины? А вот я вижу, тут какие-то иконочки на карте. Хорошо, ну-ка. Это что, полицейский? Это что за тенденция ставить ФБР? Полицию рядом со спавном. Я даже не могу представить, какой логикой пользовались разработчики, когда ставили ФБР или полицию возле спавна. Типа, зашел на сервер и сразу сел на бутылку или чё, блин. Ну, окей, а на чём мне в итоге-то передвигаться, блин? Что это за иконка? Аренда мопедов. О, мопеды. Я люблю мопеды, но мне опять дали НРГ. Охрененно, еще вдобавок это 25 тысяч стоит покататься, блин, на НРГ. Фига себе здесь экономика. Окей, ладно, погнали. Так, я здесь хотя бы вижу, что дома некоторые скупы. Хотя они тут очень сильно как-то раскиданы. На том проекте, по-моему, они были в каждом здании. Здесь они достаточно редкие. БМВ? То есть так вот, по-вашему выглядит БМВ. Что это? Я прошу пояснительную бригаду, что это за чушь? Почему здесь стоит золотой олень? Сейчас майнит 30 тысяч евро. Так, окей, видимо, это какие-то фетиши админов. Ладно, давайте зайдем в мэрию, оценим, что происходит там. Здесь люди, здесь есть жизнь, охренеть! Ура! Это, конечно, глупо этому удивляться, но по сравнению с предыдущим проектом, хотя бы здесь что-то как-то с кем-то можно покоммунифицировать. Как я понимаю, здесь сейчас идет какой-то набор в мэрию. Я, наверное, не особо хочу в этом участвовать, ладно. Смотрите, тут даже есть что? Стоп, это что, кальян? Кальянная в сампе? Я думаю, что Владислав Павлов, блин, бы с удовольствием оценил. Так, окей, реально кальянная. Окей, давайте зайдем. Что здесь у нас происходит? Ого! Ой, бля, пацаны, сейчас так кайфанем. Нажмите F, чтобы сесть. Хорошо, я сел. Ого, тут можно выбрать табак. Окей, Dark Side, 100 денег. То есть здесь деньги называются деньгами, то есть 500 денег, 600 денег, миллион денег. Отличная валюта. Так, ладно, Dark Side выбираем. Ой, бля, как штырить, такой сладкий кумар, пацаны, советую всем. Давайте вкрутить еще кальянную музыку. Я курю кальяны каждый день, я будто пьян. Но на самом деле накурился я, будто до утра тусил с тобою в клубе, с тобою в клубе. Мы накурили свежего табака, потому что мне налили полный стакан. Long Island, виски, кола, все на танцполе, я люблю клаву коку. Есть пробитие. А, это просто охрененно, друзья. Это максимально бредово, но это вообще охрененно. Смотрите, меня шатает, как прям в реальной жизни. На самом деле, я никогда не встречал подобное в сампе. За это прям действительно респект. Классно, мне очень понравилось. Так, я выхожу, и здесь памятник Рикардо Милосу. Что? Почему Рикардо Милос европеец? Это, конечно, мне достаточно интересно. Так, пожертвование. А, тут можно еще пожертвование на памятник этот...
Чего, блядь? Ну ладно, сочтем это за плюс, потому что это достаточно смешно. Но кальяна всегда останется, блин, в моем сердце. Это было просто незабываемо. Почему-то меня всегда рука тянет в гетто. Опа, что это такое? RC игрушки. Ого. Типа это такой ларек, где можно... Прикольно, это как в торговых центрах в реальной жизни, типа, да. О, нифига. Пацаны, смотрите. РП-сервер. Классно, катаюсь на машине с размером в мою, блин, писюльку. Опа, 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 я увидел чуваков на хант. Так, а я могу с ними пообщаться? Сейчас я выйду. Что? Ё-моё, я стал продавцом игрушек. Почему это так смешно? Это что, местная тюрьма? Как я должен отсюда выбраться? Окей, давайте проверим администрацию. Возможно, она нам поможет. Помогите, я застрял. О! Отлично. Просто ответ администрации помог. В принципе, все кратко, никакой наигранности в плане приятной игры нет. Мне нравится все четко. Магазин трейлеров? Ого. Блин, офигенно. Смотрите, как сделали. Классно. Как его купить? Недостаточно евро. А, тут, видимо, знаете, сервер с бонусом, но и сюрпризом. Тут есть другая дополнительная валюта, которая называется евро, из-за которой уже действительно ты ж можешь купить что-то стоящее. Ну, все с вами понятно. Почему-то на сервере, на карте я вижу постоянно какие-то стаканы, блин. Это типа магазины 24/7? Интересно, что тут можно купить в них. Так, где тут продавец? Где касса? Касса, 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 Стас. А в чем смысл этого магазина? Где какие-либо иконки? Продавец. Здорово, хочу у тебя купить что-то. Можешь мне что-то продать, невидимый продавец? Как выйти из магазина? Встаньте на логотип, либо нажмите Alt. Но я встал, и я нажимаю Alt, я не могу выйти. О, ко мне ты пришелся админ в какой-то анимке. Я не могу выйти. Что за проблема? Где находится магазин? Возле Санта-Марии. Охуеть, как много времени спустя. Так, зачем у меня админ спросил, где находится этот магазин, если он мне даже не тпшит и не помогает мне с выходом? Что происходит? Опустите меня, пожалуйста. Опустите меня. Баждожа, опустите меня. Трахай путе. Трахай путе. Баждожа, эспистись, да. Прохните, да. Ко мне реально тпшился админ. Просто спросил, где находится магазин. Окей, спустя некоторое время все-таки мне удалось выйти из магазина, я решил приехать на Санту-Марию. Здесь какой-то нереальный движ происходит. О, прикольно, здесь можно заниматься рыболовством. В принципе, на многих серверах это есть. Здесь можно купить приманку и все такое. Так, а это что за здание? Тут можно купить воздушный шар огромный? Серьезно? Это стоит 50 миллионов евро, бля. 50 миллионов... Мне даже, блин, ребят, сказать нечего. Тут дают до хрена бонусов, но их ни на что нельзя потратить. Ни на что. Максимум это на аренду какого-то, блин, скутера или RC транспорта. Окей, у меня есть вопросы. Почему этот сервер называется Melody RP? Почему бас? Это какая-то особенность или это просто фантазия разработчиков? Я хочу услышать бас. Бас. Где 808? Где? Подкрутите, пожалуйста. Ничего не происходит. Так, это что такое? Вот, тут разбросаны кишки, руки. Нажмите Y, чтобы поговорить. Так, я нажимаю Y, у меня открывается инвентарь. Отлично. Прекрасный диалог, дружище. Замечательно. Ладно, я в принципе не удивлен. Я ничего другого не мог ожидать. Как я понимаю, это портал из Майнкрафта. Только почему-то он лишь на один блок состоит из обсидиана. Окей, давайте попробуем запрыгнуть, ну-ка. Да нет, это ни хрена не портал. Может, мне зажечь его надо? Может, мне зажигалка нужна, чтобы его поджечь? Или что? Чё происходит? Что это вообще такое? Что это, блядь? Что это за место на се... Да я не дерусь, я никуда не нажимаю. Можно просто я сяду на скутер свой. Хочешь получить 300 тысяч евро просто так? Веди команду квест. О, я хочу, блин. Сейчас доступен один квест. Отыграйте целый день 7 часов, получите 100 тысяч евро на свой аккаунт. Вы отыграли 29 минут, осталось отыграть 6 часов. А чтобы купить, извините мне, воздушный шар, мне нужно 50 миллионов евро. По моим подсчетам, я здесь должен поиграть примерно лет 60. Ну, я считаю, неплохое времяпрепровождение, я готов провести тут время. О, смотрите, 4 трейсера. Здорово, пацаны. Ку, чем занимаетесь?
Ладно, видимо, я отвлек от дела. Хорошо. Ну-ка, вот здесь полицейский. Вот он точно должен знать об этом штате все. А, это девушка. Оу, ей, бэйби. Ну-ка, давай с тобой пообщаемся. Здрасте. Девушка, а вы не хотите ли ходить со мной в кальянную? Ага. Опа, она мне ответила взаимностью. Слушайте, давайте проведем время вместе. Не знакомлюсь. Так ты же только что со мной согласилась пойти в кальянную, нет? Ну, а кальянчик подудеть-то пойдем? Го! Так, ребята, девушка не захотела с нами знакомиться, но в кальянную она рада. И, по-моему, она везет меня в полицейский участок, чтобы посадить. Нихуёво она так басухи навалила. Диджей Базука ебашит бас как сука. Итак, мы с нашей подружкой едем в кальянную. Сейчас будем дудеть на 8-м этаже Кумар. Вас куда-то довезти? Стоп, а разве мы не едем на 8-й этаж Кумара? Гоу. Ну все, сейчас-то мы точно едем, правильно получается? Или как? Я просто уже немножко запутался. Вас куда-то довезти? А, я же тебе сказал, поехали в кальянную, алло. Девушка, у вас проблемы, чешо. Я говорю, пошлите из шланга дымок, подуем. Ща. Окей, ща так ща, хорошо. Можете выйти с машины? А, ну, если тебе так надо, то хорошо. Все понятно, если у меня когда-нибудь спросят самый странный мой подкат к девушкам, я назову именно этот момент. Так, либо я раньше не замечал, либо эта надпись появилась только сейчас, Go Park 1, что это такое? Вы успешно зарегистрированы на паркур? На какой паркур я зарегистрировал? Ну ладно, в принципе, мне эта идея нравится, хорошо. Опа, меня тпшнуло на паркур. Все, все-таки паркур существует, паркур реален. О, Федот пулемет какой-то бежит, класс. Прыгаем. Опа! Так, я вижу трассу, смотрите, она достаточно интересная. Здесь нужно запрыгнуть на крутящиеся банки. Ну-ка, хоп. 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 Челленджи Мараса Шакура. Челленджи Мараса Шакура! Да, блядь, когда стукань, блядь, стукань, блядь. Я в деморгане? Блядь. Хватит, друзья. Короче, мы уже достаточно поиграли на этом проекте. Он достаточно забавный, не будем его срать. Ну ладно, лично в моих глазах он получился достаточно рофильным. В принципе, если мне будет скучно с другом, я могу сюда зайти поугарать, просто посидеть в кальянной. Ну ладно, друзья, мы идем дальше. У нас третий и последний претендент сегодня. Сервер, который я нашел на просторах интернета абсолютно случайно. И сервер называется noobrp.ru. Заходи, бонус, лидерки, админки. Крутой! Я считаю, что сегодняшние сервера из нашего выпуска просто самое гениальное, что мог создать человек в принципе. Окей, заходим. Здесь играет не так много человек, но надеюсь, мне все равно понравится. Фух, я уже вижу... Старый добрый интерфейс SamperP, регистрация нового персонажа. Тут даже выбор персонажей такой же, как на SamperP. Абсолютно такой же спаун, абсолютно такие же иконки. А, так там еще и написано Санкт-Петербург. Респект пацанам, если они из Санкт-Петербурга и создали такой прекрасный сервер. Санкт-Петербург творческий город, и сервер обязан быть достаточно творческим. Это что еще, блять, вообще, в принципе, собственно говоря, такое? Какого хуя? Это вообще происходит? Просто полицейский участок? Что? А это что такое? Диана плохая. Куда я попал? What the fuck? Пахом. Лидер, инструктор снят, ПСЖ, лидерка свобода. Так, я сейчас репорт напишу. Я хочу стать лидером инструкторов. Мне 30, я опыте. Что же я получу, получается, в ответ на свою просьбу? Нам похуй. Что это за ебланство просто? Что это за сервер, где просто на мэрии огромная фотка тёлки, где написано, что Диана плохая, а Анастасия главная госпожа сервер? О, смотрите, Федот пулемет стоит, охренеть! Он что, получается, в тюрьму тёлку какую-то сажает или что? Ёпта! У меня вид от первого лица! Отпусти! Здорово, Федот!
Блять, чё он меня стреляет? What the fuck? Шо надо? Я твой фанат. Это ты, Ди Лоренцо? Хе-хе, не. Я просто стоял, и на меня повесили... Какой-то вообще полный беспредел происходит. Зачем ты стреляешь? Что я тебе сделал? Собака какала, собака села и заплакала.